Это опять чемпионы, мы. Надеюсь, сегодня ты во всеоружении, потому что сингапурская трасса одна из самых сложных в календаре. Задание на этот этап определяю я, поэтому готовься к аккуратному пилотированию. Вы с Хэмилтоном, Норрисом и Ферстаппеном компактно идете ноздря в ноздрю в борьбе за первую тройку. Похоже, именно на этом этапе определится счастливый обладатель болида Challenger 2021. Хэмилтон и Норрис выкладываются по полной. Если хочешь, чтобы у тебя был шанс в этом состязании, придется пробиваться вперед и включаться в борьбу за первое место. Твое первое задание — пройти два круга за 3:30. Окей. Три тридцать. Пятое место. Поехали. Тормозим. Еще. Вспоминаем трек. Аккуратно. Тормозим. Тяжело. Завернули. Так, тут тормозим. Так, тут резкий поворот. Норриса отодвигаем. Сарямба. Здесь тоже западлистый поворот. Больше тормоза там. Здесь должен автотормоз справиться. Зацепили. Хэмилтон урвал. Так, теперь опять опасная связка поворотов. Тормозим. И здесь чуток. Дальше должен справляться автотормоз. Немного раньше тормозим, чтобы без аварий. Пусть Хэмилтон идет вперед. А мы напрямую тут. Перед поворотом обгоним его. Отлично. Вспомнили трассу. Крутая, скоростная. Поворотистая. С обновленным графоном. Так, сложный поворот. Все равно занесло. Надо раньше тормозить. Здесь тоже. Ай-яй-яй. Тут, значит, тоже надо немного потормаживать. Надо иметь в виду. Рано завернул и уже занесло. За 3 минуты. 30 секунд в запасе. Проезжаем. Этот crazy трек.
Отлично, но будь внимательнее. На этот раз Хэмилтон постарается сохранить свое преимущество. А теперь придется воспользоваться хитростью. Покажи, как умеешь маневрировать, пустив кого-нибудь себе в драфт на 10 секунд. Интересно, пустить себе в драфт. Мазепин далековато. Подгоняемся к Штролю. Давай на прямой. Набирай. Обгон уехал. Так, это у меня с обгонами. И выполняем. Хорошо, хоть не надо ехать. Все круги. Хэмилтон все еще впереди, Норрис и Ферстаппен следом за ним. Если хочешь побороться за победу, пора принять что-то, пока они не упрочили свое лидерство. Подвергнем проверке твой характер. Задача обогнать первую тройку пилотов и одержать победу. Так, а тут уже РП не хватает. Подкачаем движок на разгон. Погнали. Чисто. Так, аккуратно Верстаппена объехать. Резкий поворот. Так, за подлистый поворот. Пораньше там тормозить. Так, на связке поворотов обойдем. Да, за носом. Объехали. Хэмилтона. Остался Норрис Чак.
классно. Там двигайся. Есть. Кое-как обогнали. И не надо ехать 4 круга. Порядочек. Что ж, пыл им мы немного остудили. Норрис идет следом за тобой, не упускай его из виду, и тогда гонка пройдет без эксцессов. Вот так неожиданность. Норрис предложил тебе посоревноваться в автокроссе, а я дам добро на это дополнительное задание. Победитель в нем займет первое, а проигравший последнее. 21 место на старте финальной гонки. Ва-банк. Выиграть автокросс за 22,5. А у Норриса еще результат 22,3. Финишный участок, и за 19 секунд пролетаем. Это было несложно. Ого, ты молодчина, Норрис больше нам не помешает. Но чтобы победить в глобальном экспериментативном испытании, придется побороться еще и с Хэмилтоном и Верстаппеном. Внимательнее, двигатель вот-вот перегреется. Финальное задание глобального испытания – обогнать на круг 5 соперников и не позволить обогнать себя. Понятно. Следить за температурой двигателя. Мы на первом месте. Обогнать на круг 5 соперников, 6 кругов, наверное, дано для выполнения. Может и раньше получится, да? Так, на полную мощь едем, смотрим за нагревом. Ночь. Освещение только непонятно. Минимальное, вроде фонари светят, а яркости от них нет. Воу, занесло, хоть тормозил. Что ж ты подставился? Два
два из пяти уже есть. Нагрев двигателя не так и опасно набирается. И все, пятый есть. Задание завершено. 2.49. Выполнили. Ну чё, забираем эту формулу тренировочную. Награды. 2400 опыта. Золотишко. И сам болид. Формула 1 eSports Challenger. Еще опыт. Поздравляю, у тебя получилось. Тебе удалось победить в глобальном Gerber спортивном испытании. Теперь ты сможешь участвовать в состязании гонок на время глобального испытания и побороться за главный приз F1. Окей. Так вот. Смотрим награды. МС-ки всего лишь. И РС-ки. Уже открылись. Новое задание. Потом продолжим. На следующей серии на время прокатимся отдельно. Покеда.